В рамках текущей работы по проекту «Школа грамотного потребителя» одинцовские депутаты проверили качество ремонта подъездов в селе Перхушково. В частности, осмотрели подъезд номер 10 дома 4Б, который занял 3-е место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности» регионального конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». В других подъездах еще предстоит провести ремонт или устранить недостатки.